Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Зараз під час епідемії коронавірусу в Україні шириться дуже багато фейків та неправдивої інформації. Сьогодні ми будемо їх спростовувати та кваліфіковано пояснювати завдяки нашому гостю. Це доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медичної академії Дмитро Степанський. Доброго дня. Дмитро Степанський – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. Випускник Дніпропетровської державної медичної академії, лікар, мікробіолог, епідеміолог, педагог. Член Всеукраїнського товариства мікробіологів України імені Виноградського, член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, керівник відокремленого відділення громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» в Дніпропетровській області. Хобі – бокс, футбол, поезія, рибна ловля. Дмитро, ще раз вас вітаю. Тож, саме зараз дуже багато шириться фейків, цінних порад, неправдивої інформації або маніпуляцій в соцмережах, а також у чатах особливо. От сьогодні до вас велика купа запитань і хочеться від вас отримати такі кваліфіковані, зрозумілі, прості пояснення всього цього. Тому що люди переживають, звісно, дивляться, читають, не можуть пояснити, і потім починається поширення, і від цього страждають усі, так би мовити. Тож, перейдемо до першого запитання. Нещодавно з'явилася така інформація, що тести заражені вірусом. Що ви скажете? Ну, я, во-первых, хотел бы поприветствовать наших зрителей, жителей самого красивого города в мире, города Днепра. Я в очередной раз рад выступать и говорить о микробах. К сожалению, о микробах мы еще знаем не все. Все потому, что не микробы пишут о себе статьи, они знают о себе все, а пишут ученые. Если микробы будут писать о себе статьи, я думаю, мы узнаем точно. Поэтому у нас еще много неизвестного, и нынешняя ситуация эпидемическая в данный раз тому подтверждение. Очень актуально выбрана тема, фейков очень много, я специально подготовился. Такой фейк и факт. Видно? Да. Дивлячись, з якої сторони подивитись. Да, да, совершенно верно. То есть фейки всегда основаны на какой-то полуправде и так далее. То есть тема выбрана очень супер, и спасибо вам большое. Фейки – это не новое явление, фейки были известны уже давно, и ученые, проводящие различные исследования социологические, говорят о том, что фейковые новости распространяются в десятки или сотни раз больше. Они набирают большее количество лайков, большее количество… Они тянут к себе. Есть, я вспоминаю такая прекрасная украинская поговорка «пішло, як брехня по селу». Так вот, я думаю, что это как раз тема о фейках. В отношении первого вопроса это... Щодо тестування, що тести заражені вірусом, от саме зараз з'являється така інформація. Ну, смотрите, на самом деле это полный фейк, потому что сама технология изготовления или применения этих тестов, исследований, она не предполагает наличие в себе живого вируса. Да? То есть это как бы абсолютно недопустимо. Если... мы представим себе чисто гипотетически о том, что даже есть живой вирус в каком-то тесте, пациенту или человеку, который проходит это исследование, должно быть абсолютно все равно, потому что у него берется биологический материал, а сам тест проводит уже медработник или квалифицированный лаборант.
Тобто тут взагалі дуже просто, коли спілкуєшся з вченим, то він дуже легко пояснює цю інформацію. Вот этот фейк очень веселый, очень интересный. И, по-моему, я его видел несколько раз. И в основном большинство фейков почему-то на, скажем так, про Украину исходят от источников, которые заканчиваются на .ru. Я сейчас не говорю у всех, но вот почему-то такая странная закономерность. Это мое личное наблюдение. Я не говорю, что это как бы... А, до речі, люди, які знають вас особисто, знають, чим ви займаєтесь, так, і знають, де ви працюєте. Чи вам надсилають такі якісь фейкові, неправдиві? А що ви відповідаєте? Я стараюсь відповідати тільки правду. Тобто пояснюєте. Правду і своє мнение. І не ігноруєте ні в якому сенсі, тому що кому як не вам, треба доносити людям правду щодо цієї теми. Безусловно. Дуже дивно, до речі, нещодавно була така вірусна новина, так? Вона сама вірусна, тому що її поширило дуже багато людей, саме щодо того, що в Білорусі немає коронавірусу, хоча цю новину дуже легко перевірити. Ну, тобто ви хочете сказати, що вірус заговорен против белорусов, или у белорусов есть какой-то популяционный иммунитет противовирусный в отношении ковида и так далее. Но это абсолютный фейк. И мы знаем точно, ну, во-первых, начнем с того, что официальные СМИ белорусские, они пишут, скажем так, мало и сдержанно в отношении пандемии. Неофициальные пишут немножко больше, но, скажем так, чувствуется, что они как бы тоже немножко сдержаны в своих, скажем так, высказываниях, поскольку, наверное, опасаются каких-то последствий. Если мы говорим о каких-то альтернативных источниках информации, там, приватная информация от врачей, от пациентов, там, закрытые телеграм-каналы и так далее, то тут информация может быть самая разная. Беларусь – одна из стран Европы, в которой не вводила с самого начала жестких карантинных мероприятий. Президент страны, по-моему, предлагал лечить, говорил, что это все истерия, что это выдумки и так далее. Если мне не изменяет память, он предлагал лечить коронавирус трактором, баней, водкой, там, картошкой еще чем-то. А вот. Но официальная, подчеркиваю, официальная статистика по состоянию на вчера говорит о том, что официально в Беларуси зарегистрировано 1400 с чем-то случаев коронавирусной инфекции. Несколько десятков – это летальные случаи. Дякую вам за відповідь. То есть это тоже фейк. Тоже фейк. Щодо іншого фейку, так, поясніть, маски із неопрену захищають від коронавірусу. І взагалі зможете потім розказати, які взагалі варто використовувати. Спасибо за вопрос. Уже теж много как бы, лідерів мнення висказувалися на цю тему. І много можна почерпнути інформацію в офіційних достовірних ресурсах. Нужно розуміти, що на сьогоднішній день существує великий глобальний дефіцит средств індивідуальної защити, в тому числі і масок. Также нужно понимать о том, что маска вас не защитит от коронавируса. Ну вот не защитит и все. Маска нужна для того, чтобы вы не были источником распространения этого вируса. Если мы говорим о своей защите, то это то, что мы делаем. Мы с вами моем руки, у нас социальная дистанция, у нас хорошо проветриваемое помещение. У нас влажная уборка, у нас частое мытье рук, у нас использование антисептиков и, скажем так, социальное дистанцирование. Если вы посмотрите на те маски, которые сейчас продаются в аптеках, то мое личное наблюдение, я опять же таки не претендую на, скажем так, последнюю инстанцию, но у меня есть возможность сравнить те маски, которые продаются сейчас, и те маски, которые продавались, ну, скажем так, до эпидемии. Качество этих масок абсолютно разное, и нынешние маски им уступают. Безусловно. А чому саме так зараз? Ну, читайте «Между строк», у нас же умная программа, называется «Шах и мат». То есть, как бы, шахматисты Звісно, думают. Так. Да, шахматисты думают. Как говорил мой тренер по боксу. Он хочется как, від вас пояснить. Как говорил мой тренер по боксу, бокс – это вам не шахматы, тут думать надо. Но это такая у него шутка была. Смотрите, безусловно, вы можете сделать маску сами. Вы можете сделать ее из хлопка, из неопрена и так далее. Но вы четко должны понимать, что она вас не защитит. К сожалению, наше государство вынуждено делать так, что каждого человека, учитывая разные аспекты, моменты, воспринимает как потенциально инфицированного. Поэтому для того, чтобы
скажем так, обезопасить население, вот введены такие мероприятия. Поэтому вы, конечно же, можете использовать маску из того материала, который вы назвали, но вы должны понимать, что она вас не защитит. Плюс вы должны четко понимать, она должна плотно прилегать к лицу. Вы не должны ее использовать более 3 часов. Вы не должны ее поправлять, снимать, касаться грязными руками и так далее. Щодо масок, які... У мене є теж. Ну, это, я взяв із відкритих істочників. Вот, ефективність различних масок можна посмотреть, сравнити. Яка маска найефективніша? Да, да, какая маска на найефективніша і так далі. Ну, опять же таки, учитывая глобальний дефіцит средств індивідуальної защиты, я вижу даже некоторые депутаты наши и так далее, там, в респираторах дорогих и так далее. Это те средства индивидуальной защиты, которые архи необходимы на передовой. У наших медиків, які працюють саме з даними пацієнтами. Тобто краще б вони туди ці, скажімо так, маски направили. Не маски, а респіратори направили. Щодо вакцини БЦЖ. Да, зараз дуже багато інформації в новинних першоджерелах, що БЦЖ запобігає зараженню коронавірусом. Ну, во-первых, спасибо большое за вопрос. Я вообще хотел бы сказать, что вакцинация – это то глобальное достижение человечества, которое поменяло вообще, наверное, ну, меняет ход истории. То есть это, скажем так, супер-супер. Как некоторые ученые говорят, вакцины на самом деле еще лучше. Но они не работают, если их не применять. Вакцина БЦЖ – это вакцина против туберкулезной инфекции. Она известна с начала 20 века, ее разработали ученые Кальмет и Герен, отсюда название БЦЖ. Она обладает великолепными иммуногенными свойствами, и она защищает от туберкулеза, она защищает больше от летальных случаев при туберкулезной инфекции. Говорить о том, что она защищает, вот та формулировка, которая используется в этих фейковых новостях, это спекуляция. Это, ну, чистой манипуляция, воды, манипуляция чистой воды спекуляция. Да. Посмотрите, какое количество пожилых, прежде всего, людей, они были инфицированы, они были вакцинированы в свое время БЦЖ, они в течение жизни наверняка сталкивались не один раз с туберкулезной палочкой, у них есть иммунитет определенные, но тем не менее они также умирали. Поэтому здесь необходимо говорить о, ну, скорее, скажем так, искажении фактов. Зрозуміло. Чи то може... Здесь не должно быть спекулирования на этой теме. Так, вірно. Вірно потрібно доносити інформацію. Да. Чи можна робити взагалі, от щодо вакцинації, да, питання, чи можна робити планову вакцинацію під час дії карантину? Большое вам спасибо за то, что вы поднимаете такие вопросы в это время. Не просто можно, а нужно. Скажите, пожалуйста, давайте подискутируем. Вот куда-то исчезла корь. Нікуди не. Куда-то исчез грипп. Да, он уменьшился, но он никуда не исчез. Исчезла куда-то дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит Б и другие инфекции. Конечно же, они никуда не исчезли. Все Всемирная организация здравоохранения, все профессиональные врачебные ассоциации говорят о том, что ни в коем случае нельзя отменять плановую вакцинацию во время карантина, во время эпидемии и так далее. Другое дело, что немножко меняется, скажем так, организационная часть, но никоим образом это не должно отражаться на том графике, на том календаре прививок, который существует. Он придуман, он разработан и внедрен не просто так. Он, этот календарь разработан для того, чтобы эффективность от вакцинации была самая высокая. Поэтому нарушение календаря прививок влечет за собой последствия. Не только для конкретного индивида, да, но это и страдает популяционный иммунитет, который, к сожалению, в Украине и так не на самом высоком уровне. Последние годы. Робити, да. Захищуючи себе, звісно, да. І продумуючи, як попасти до лікарні спокійно і зробити цю... Контактувати зі своїм педіатром, зі своїм сімейним врачом. Зрозуміло. Чи є фейком новина, що в Ізраїлі винайшли ліки? Да, очень веселый фейк. Скорее всего, имеется в виду здесь применение соды и лимона, который надо употреблять внутренним. А в отношении этого я хотел бы сказать, что как бы, тут, наверное, вы можете, скорее всего, получить какие-то осложнения для своего организма, а не побороться с коронавирусом. Если мы говорим об государстве Израиль, то, насколько я знаю, ну, опять же таки, я читал это в открытых источниках, что все это государство выделило на борьбу с эпидемией 25 миллионов долларов.
Как вы понимаете, пошли эти сумасшедшие деньги не на закупку лимонов, цена которых сейчас, по-моему, выше 100 гривен, и не соды. То есть это, эти деньги были потрачены на назначение, по назначению. То есть данное государство адекватно оценивает все риски и понимает, что данная эпидемия является угрозой национальной безопасности. Даже читал такую информацию, что всеми закупками, всеми вот этими мероприятиями занималась такая небезызвестная организация, как Моссад. То есть это люди, которые строили железный купол, выискивают террористов по всему миру и так далі. То есть нам надо учиться, наверное, у государства Израиль в этом отношении. Так, ще один веселий фейк є, що вірус, убити вірус потрібно таким чином. Завернути хворого в гарячий рушник і дати парацетамол. Дати попити, завернути в рушник і так 3 дні. Смішно в гарячий рушник. Да, ну тут, напевно, звідки беруться такі взагалі повідомлення? Ну, моє предположення, що этот фейк основан, ну, любой фейк основан на полуправді, да, допустим. Известно, що вірус, коронавірус погибає при внешній температурі 60 градусів или выше в течение короткого времени. Здесь, напевно, авторы этого фейка хотели, скажем так, задавить вирус температурой. Но я хочу прояснить, что наш организм обладает гомеостазом, то есть постоянством внутренней среды. Наша температура тела равна 36,6, ну, с небольшими индивидуальными отклонениями. То есть даже если вы окунаетесь на крещение в прорубь, даже если вы заходите в финскую сауну, где температура выше 90 градусов, ваша температура не поднимается до критических цифр. То есть представьте себе, что вы поднимете температуру собственного организма до 60 градусов. Что будет? Будет просто денатурация белков, и человек погибнет. В отношении лечения я бы хотел обратиться к нашим зрителям, слушателям. Не заморачивайтесь на разных схемах лечения. Не ищите, не запасайтесь какими-то суперпрепаратами против коронавируса и так далее. Вы не знаете ни фармакодинамики, вы не знаете ни фармакокинетики, вы не знаете необходимых клинических симптомов, вы не знаете дозировок. Ну, и вообще в этой в сфере очень показательное такое явление, как идиот-синдром. Знаете, что это такое? IDOT – это английская аббревиатура. Internet Derived Information Obstructing Treatment. То есть информация, полученная в интернете, которая препятствует лечению. Друзья мои, на сегодняшний день самолечение – это фактически равно самоубийству. Доверяйте своим врачам, уважайте своих врачей, цените своих врачей и вообще других медработников. И обращайтесь, когда у вас что-то не так с вашим здоровьем. Я так розумію, людина може навіть перешкоджати. Ну, конечно, безусловно, Своїми діями. Безусловно. І це касається не тільки коронавірусу, це касається, ну, вообще жизни, да? Ніколи не гуглі свої симптоми. Дуже доречна порада. Є така пісня, да. Шкіра рук вбиває вірус за 6 хвилин. Звідки це? Да, интересная информация. Смотрите, в любом учебнике по микробиологии написано, что кожа обладает бактерицидными, микробицидными, вирулицидными, то есть, ну, скажем так, свойствами, которые убивают другие микроорганизмы. Прежде всего, это барьерная функция, это мощнейший фактор неспецифической защиты нашего организма. Помимо этого, на нашей коже, на нашей здоровой, чистой коже живут миллиарды наших невидимых друзей. Говорят, лучшие девушек – это бриллианты? Нет, это микробы. Эти микробы выполняют защитную функцию. Они создают колонизационную резистентность, они выделяют различные вещества, которые губительно влияют на патогенные микроорганизмы. Помимо этого, это секрет сальных потовых желез и так далее. То есть, помните, это шутливо, так, первое правило медсестры, быстро поднятое с пола является стерильным. Или другой такой шутка, когда микробы колонизируют любые поверхности после 5 секунды. То есть до 4, если посчитать, можно взять быстренько и тогда будем считать. Но это как бы шутка, да? Это не фейк, это шутка. На самом деле колонизация происходит мгновенно. Так вот, представим себе такую ситуацию, когда одна вирусная частичка попадает на чистую, здоровую, неповрежденную кожу. Наш эпидермис, наш механический барьер, наша микробиота, правильнее говорить, не микрофлора, а микробиота, секрет вот этих желез, они могут или механически элиминировать эту вирусную частичку, или, скажем так, какими-то химическими способами ее нейтрализовать. В это время главное не дотронуться до глаз, до носа, до рта –
и так далее. Но на практике, как правило, человек контактирует с миллионами или даже с десятками миллионов или миллиардом вирусных частичек. И здесь, наверное, правильнее говорить про чистую кожу, прежде всего, рук. То есть частое мытье рук с мылом адекватное. То есть в достаточном количестве, я обратил внимание, у вас это все соблюдено. Так, звісно, інструкції. Везде висят инструкции, да, все супер. Везде стоят антисептики. Засоби захисту для гостей також. То есть, если нет возможности помыть руки с мылом, использование спиртового антисептика, это как бы тоже есть в открытых источниках. Поэтому, скажем так, вот такая інформація в отношении даного. Тобто щодо того, що шкіра рук вбиває вірус за 6 хвилин, тут є деяка думка. Надіється на те, що ви вб'єте коронавірус за 6 минут, тут засечете і скажете, ах ти коронавірус. Во-первых, як ви узнаєте, що він к вам попав? Ну, це как бы абсурд. Дякую. Останнім часом дуже багато інформації щодо того, що вірус COVID-19 рукотворний. И, например, у США затримали ученого, который разработал коронавирус. Наверное, речь идет о гарвардском ученом Чарльзе Либере, по-моему. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но насколько я анализировал данный вопрос, то у него проблемы с американским законом не потому, что он синтезировал коронавирус, а потому, что он работал в научных программах, которые спонсировались или финансировались китайским правительством, получал за это деньги. Естественно, не говоря об этом налоговым службам. А неуплата налогов в США – это тяжкое преступление. Поэтому у него с этим проблемы там есть, но никак не говорится о том, что он синтезировал коронавирус и так далее. А взагалі, такая информация, она имеет сенс, что цей вирус створили люди? Ну, вам станет легче о том, что его створили люди. Или... Не, мені легше есть такое стане, понятие, как мутации или рекомбинации. Когда вирус циркулирует в организме и человека, и животных, может произойти такое явление, как рекомбинация или мутация, грубо говоря. Да? То есть при сборке вируса одни частички вируса, то есть чем больше изменений в геноме вируса, тем более он новый для нашей иммунной системы. Эти процессы происходят постоянно. Самый яркий пример – это вирус гриппа. То есть он мутирует каждый раз. Да? И штаммы, которые входят в состав вакцин против гриппа того же, они каждый раз варьируют в зависимости от сезона. То есть я бы просто не обращал внимания на рукотворный там, этот вирус или нерукотворный. Это все полная ерунда. Сами ученые это опровергают. Професор Монтанарі стверджує, що від коронавірусу в Італії померло тільки 3 людини. Ну, я би сказав, так називаємий професор Монтанарі, да? Тому що це повний бред, повний фейк, абсурд. На самом деле, якщо ми візьмемо офіційну статистику, то, по-моєму, по состоянию на вчора, або 18, несколько десятків смертей зафіксовано від коронавірусу в Італії. І, наскільки я знаю, професіональні асоціації подали в суд на даного сеньора за розпространення неправдивої інформації. Тобто це повний фейк. От дуже цікаве питання. Чи можна коронавірусом заразитися двічі? Як пояснити випадки повторного зараження? Смотрите, я думаю, на сегодняшний момент не будет однозначного правильного ответа на этот вопрос, поскольку вирус новый. Большинство авторитетных коллег в этой отрасли, моих специалистов, они склоняются к тому, что иммунитет после перенесенного заболевания будет держаться минимум в течение года. Поэтому для того, чтобы мы говорили, это так или это не так, нам нужно больше данных, больше наблюдений. Ми вже по фейкам так трохи пройшлися, тепер хочеться від вас отримати поради, як поводитись у випадку, якщо у мешканців Дніпра з'явились симптоми, схожі на захворювання коронавірусом. Що робити, куди телефонувати, взагалі як діяти? Ну, смотрите, давайте будем говорить о настороженности даже населения. Да? Не панике, но тем не менее настороженности. Вот яркий пример. Если существо крякает или похоже на утку, крякает, плавает как утка, ходит как утка, да, ведет себя как утка, то, скорее всего, это будет утка. Симптоматика коронавирусной инфекции, вот, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день, она очень разнообразна. И если человек чувствует недомогание, головную боль, повышенную температуру тела, ломоту в теле, одышку, слабость,
боль за грудиной, может быть потеря обоняния, может быть потеря вкусовых рецептов, вкусовой чувствительности, может быть понос. То есть самые разнообразные, скажем так, симптомы в той или иной, с той или иной частотой встречающиеся, то вы должны заподозрить это, по крайней мере. У вас есть телефон вашего семейного лекаря, семейного врача. Пожалуйста, не поленитесь, позвоните ему. Если вы чувствуете, что одышка нарастает, чувство нехватки воздуха, у вас сильная лихорадка, которая не сбивается жаропонижающими препаратами, сильная боль за грудиной, чувство стеснения в груди, слабость или, не дай бог, потеря сознания, нужно немедленно вызывать неотложную скорую помощь. Там работают прекрасные специалисты. Помимо этого, у нас в области, у нас в городе работает штаб по коронавирусной инфекции, там работают большие профессионалы, телефоны горячих линий, это открыто, я не помню, на память, да, это открытая информация, они реально работают, вы можете проконсультироваться, вы можете набрать, скажем так, эти телефоны и получить ответы на интересующие вас вопросы. Розкажіть детальніше про тестування саме у Дніпрі, де можна протестуватися на коронавірус, скільки це коштує або це безкоштовно? Смотрите, когда мы говорим о диагностике или о тестировании, мы должны понимать, что существует несколько вариантов тестов. Об этом также уже много сказано. Диагностику проводят лабораторные центры, то есть это государственное учреждение. Там работают прекрасные специалисты. Когда мы говорим о тестировании, то тестирование должен проходить или диагностику человек, у которого есть, скажем так, клинические симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию, или эпидемиологическая, скажем так, связь, которая будет говорить о том, что данный случай является подозрительным. Два вида тестирования. Первый – это когда мы определяем нуклеиновую кислоту вируса в организме человека или, грубо говоря, саму частичку вируса. И второй тип исследования – это когда мы определяем антитела, то есть это защитные белки, которая вырабатывается организмом в ответ на контакт с вирусом. Первый тип исследования называется ПЦР, полимеразная цепная реакция. То есть материалом для данного исследования служат мазочки из носа глотки, рота глотки, может мокрота служить, промывные воды бронхов. Это является золотым стандартом во всем мире, полимеразная цепная реакция. Делается это уже, я сказал, где. То есть результаты, в принципе, в течение одного рабочего дня человек получает. То есть это является золотым стандартом, это высокая специфичность, высокая чувствительность, выше 95%. Второй тип тестов – это определение антител. Здесь есть количественное определение антител, здесь есть вот эти вот распространенные быстрые тесты. Это иммунохроматографическое определение антител, то есть аналог теста на беременность. Берется для нее кровь. Я принес с собой фотографию. Примерно так он выглядит. Определяются иммуноглобулины класса G и определяются иммуноглобулины класса M. Это разные типы иммуноглобулинов. M вырабатываются в острой фазе, потом заменяются на G, которая сохраняется в течение длительного времени. Необходимо помнить о том, что ВОЗ не рекомендует для диагностики быстрые тесты вот эти на иммунохроматографию, потому что есть опыт стран, таких как, ну, в частности, Испания, Чехия, которая говорит о том, что их чувствительность реально где-то 25, набагато меньше, 25-30%. Первое. Второе. Любой быстрый тест необходимо подтверждать потом другим. Тобто все одно після цього тесту? Да, безусловно, безусловно. І плюс ви повинні розуміти, що антитіла вирабатуються где-то з 7-го дня, починає з 7-го дня заболівання, після, скажімо так, появлення перших клінічних симптомів заболівання. Тобто ви їх просто можете не определити. Але це не говорить о том, що ви не інфіцированы, тим більше не являєтесь істочником інфекції. Через одну минуту ви можете бути інфіцированы, у вас буде негативний результат, скажімо так, буде ложне спокійствие, і как бы вас это немножко расслабиться, собьет с толку. Взагалі, чи маєте якісь новини щодо прогнозів? Можливо, вчені України щось розробляють, щось спостерігають, якісь прогнози нам видадуть? Смотрите, прогнози давати діло неблагодарне. Все буде залежати від того, як буде розвиватися епідемія. На сьогоднішній день ми проводимо, государство проводить противоепідемічні мероприятия. Карантин є частиною, тобто основною частиною цих противоепідемічних мероприятий.
И это эффективно, это работает. Наша задача – разорвать вот эти цепочки, эпидемические цепочки передачи вируса от человека к человеку. Это будет, это не просто как бы необходимая мера, это сверхнеобходимая мера, и эта мера спасает жизни. Ну, как бы, вы же понимаете, что очень тяжело понять или посчитать то, что не произошло. Сколько жизней спасено карантином? Никто же об этом не говорит, никто. Но это необходимая мера, и об этом нужно помнить. Мое мнение, что все, ну, мой опыт, всегда найдутся эксперты, которые будут говорить, нам не нужен карантин. Должна работать там экономика и так далее. Все это так. Другие будут говорить, нам нужен сверхдолгий карантин там, на слишком долгий период и так далее. То есть будут вот такие вот полярные как бы мнения. Я считаю, что всегда можно найти аргумент или этический какой-то довод или обоснование, который будет оправдывать ту или иную точку зрения, особенно если это сделано постфактум. Не сразу, ну, скажем так, предъявлено, а уже постфактум. К сожалению, большинство, так называемых, я их называю диванные эксперты, к сожалению, большинство диванных экспертов не ставят на кон собственную шкуру и собственную репутацию, собственное благополучие. Насколько я знаю, в Древнем Риме существовала такая традиция. Почему до сих пор акведуки стоят римские? Почему дорога Аппиева еще есть? Почему стоят мосты? Архитектор в Древнем Риме, который построил мост, должен был год со своей семьей жить под этим мостом. То есть, если мост разрушится, соответственно, погибнет твоя семья. Эти эксперты не рискуют... Дуже потребні речі. Эти эксперты, так называемые, не рискуют абсолютно ничем. Им удобно говорить что-то или там вбросы какие-то делать, это фейки и так далее. Люди, которые стоят у руля государства, люди, которые стоят у руля области, города, они взяли на себя ответственность, и они делают очень правильные вещи, поэтому мы должны, ну, по мере сил его поддерживать. Кто-то может волонтерить, пожалуйста, идти волонтер. Кто-то может давать правдивую информацию, как журналисты, пожалуйста, делайте это. Кто-то на свое, если ничего не может делать, просто не вредите, как говорится. Поэтому я считаю, что вот все будет зависеть от того, как будет дальше развиваться вот этот эпидемический процесс. Дякую вам дуже за відповіді. Бажаю вам міцного здоров'я. І нагадаю, що сьогодні ми спростовували фейки і пояснювали їх завдяки нашому гостю, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медичної академії Дмитро Степанському. На все добре. Міцного Спасибо. Здоров'я. Дякую.